60 лет со дня основания отмечает один из поселков Симферопольского района – Грессовский. В праздничную дату местные жители играли в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Кроме спортивных игр были и умственные – шахматы и «Что, где, когда», посвященная истории поселка. Особое внимание местные жители уделили выставке детских картин и конкурсу рисования мелками на асфальте. Совсем маленькие дети могли провести досуг вместе с аниматорами. Была и специальная фотозона для всех желающих сделать семейный портрет в честь праздника. К слову, порадоваться вместе с местными жителями приехал и глава администрации Симферополя Игорь Лукашов. Чиновник поздравил население Грессовского с 60-летием со дня создания поселка. Власти предусмотрели и музыкальную праздничную программу. Выступили эстрадно-духовой оркестр и лучшие творческие коллективы крымской страны. Столице. Но сегодня мы работаем над тем, чтобы поселок Гресс возродился, набрал ту силу, ту славу, которую он славился всегда зеленью, ухоженностью, людьми, которые живут здесь. И мы это будем делать. В ближайшее время начнется реконструкция поселка в плане парка. В ближайшее время будет реконструкция, будем делать дороги, отрабатывать вопросы, связанные с детскими садами. Они будут реконструироваться. Я надеюсь, что поселок в ближайшее время засияет.